И вера здесь называется, когда он приобретает силу, силу отдачи. Ты можешь сказать, сила отдачи воздействовать на ближнего, воздействовать на других, воздействовать на Творца. Когда эта сила воздействия кажется нам сейчас, когда человек именно ослабевает, но на самом деле это самая большая сила по отношению к нашему эгоизму, когда эта сила кажется нам обратно эгоизму, кажется нам отдача, я не желаю ничего, что он может, дай ему оплеуху, он тебя не вернет, хорошо ему, в порядке, плохо в порядке. Мы не понимаем, что сила отдачи — это сила воздействия, давления, действия самого большого. Когда иначе ты вообще не действуешь, а приводим только в действие. Ты не понимаешь, насколько мы должны поменять наш разум? Когда если ты хочешь в чем-то действовать в реальности, то именно эту силу ты должен приобрести. И это сила управления, власти. На самом деле сила власти системой реальности. Системе реальности. Только пойми, какой вес есть в этом слове «отдача», когда во всем своем авиюте, во всем своем разуме и чувстве, всей своей возможностью ты даешь, ты определяешь. Ты то, что называется «победили меня мои сыновья».